hotel and dog. The people, what's more? The footsteps drive behind. I'll get you. Я не могу жить без музыки. Музыка — это главная составляющая моей жизни. Также я пытаюсь принимать различные участия в мероприятиях, институты и другие. Я вышиваю крестиком, а также я не могу жить без спорта. А спорт — это все. Я люблю кататься на коньках. Каждый год, каждую зиму я выхожу на каток. Я люблю друзей, проводить с ними время и так далее. Голосуйте за меня. Мне 16 лет, хочу сниматься в фильме. Ой, какое там. Мое хобби — заниматься боксом. Я хочу быть телеведущим, потому что интересно. Я люблю рисовать, люблю заниматься спортом, люблю играть с собакой, с другими животными. Вот. Мне очень нравится танцевать. Я хочу стать телеведущей, потому что мне нравится позировать, нравится фотографироваться. Нравится, когда меня все видят вокруг и замечают. Я не хочу быть на самом деле телеведущим, но я знаю, что телеведущим должен стать я, потому что, ну, что все делают в свободное время? Все заняты, все интересные люди, а мне нечем заняться. Потому что чем заняться? Я буду телеведущим. А телеведущий — это что? Это здорово. И поэтому кто должен быть телеведущим? Правильно, Роман, вы записали. И если вы хотите проголосовать, кто же будет на этой должности, то не голосуйте, а просто поставьте лайк, то, что это было здорово. Вот. Всех с 23 февраля, кстати, ребят, поздравляю. Вас, наверное, никто не поздравлял. А девушек с наступающим 8 марта. Вот, передаю привет всем людям на земле. В свободное время я играю в футбол и больше ничего не делаю. Хочу стать телеведущим, чтобы заработать много денег и уехать из страны.